Продолжаем. Шоу «Ржавый риф». Берем эту машинку. Может быть, ее прокачать. Смотри, сколько 64 стоит. Таким образом, мы три раза только сможем прокачать. Ага. Ну, ладно. Поехали. Пока так поедем. Так, в воде мы его сыграем. В воде. Вообще, я хотела еще, знаешь, какую прокачать машинку? Не эту. Далеко не эту машинку, хотя она очень крутая. У меня еще куплена одна машинка, гоночная. Но недостаточно, хотя она мощная. Да, мы ее будем прокачивать. Так, есть один сундучок первого уровня. Ох-ох-ох-ох-ох, смотри. Главное, чтобы она не упала, вот эта штука, она мне загородила путь. Это будет самым больше неприятно. Так, едем аккуратненько, аккуратненько. Винничек, он и здесь лежит, мы его возьмем. Там у нас не сильно там не нужно это дело забирать. Так, едем дальше. Так, так. А здесь нужно перепрыгнуть. Перепрыгнули. Не, ну у меня эта машина прокачанная. Поэтому я особо не переживаю, что я мало проеду. Проехать я не смогу далеко. Главное, конечно же, не разбиться где-нибудь. Так, здесь поехали. Здесь у нас немножко монеток лежит. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратно, здесь можно было разбиться. Все-таки немножко мы не дорешаем. Ой, я сейчас еще думаю, у меня есть деньги. Вот я думаю, какую машинку прокачивать. Либо самую первую, либо самую последнюю. Либо вот эту вот машинку еще. Хочется какую-нибудь уже прокачать до максимума. Максимально хоть что-то, что-то. Я, может быть, двигатель, чтобы был максимально прокачанный. Сейчас посмотрим. Так, там был бензин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сможем ли мы возвратиться назад? Вот в чем вопрос. Попробуем. Ах, не получится. Ладно, поехали. Поехали. Но бензина не хватает. Вот это вот проблема. Так, включились у нас резервные ускорители. Они у меня включаются, когда не хватает бензина. А, ну и все. Чуть-чуть не доехали. Так, 2000 нам заплатили за это. Хорошо. Так, ну что, я предлагаю суперкар. Все-таки потратить деньги на суперкар. Сейчас посмотрим, сколько мы вообще сможем купить ему движок. Прокачиваем двигатель. Так, 10 уровня у нас двигатель. 11-го. 12-го. Так, 13-го даже уровень двигателя. Хорошо. А, что у нас тут воздушный тормоз? Мощность торможения? Ага. Так, это, в принципе, тоже нужно. А, ну и выхлоп. Подкройте выхлопные клапаны, чтобы усилить разгон. Давайте, чтобы у нас разгон был больше. Максимально его тоже прокачаем. Ну все, деньги кончились у нас, к сожалению. Поехали. Так. Ну что? Быстро едем. Достаточно-таки быстро. О, что-то мы здесь стреляли. Да. Давай. Едем. Сколько мы здесь проедем, не знаю. Ну, блин, движок прям мощный стал. Это очень хорошо. Может быть, и не стоило так сильно двигатель прокачивать. Прокачать можно было еще и колесики. Ну ладно. Ничего страшного. Нет, почти что 200 тысяч мы прокачали. Ох, нифига! Какой он резкий. Резкий стал. Автомобиль. Круто. Так, бензин даже мы не взяли. Ну да ладно. Так, что мы не можем заехать? Ну давай отвернемся за бензином. Все, бензин забрали. Хорошо. Ой. Я то чувствовал, что прокачал машинку на все деньги.
И хочется, конечно, чтобы она быстро ездила. А она бывает притормаживает в каких-то местах. Чего не хватает? Ускорителя поставил. Ну, колеса я, конечно, не прокачивал, или ресурсы. Прям она такая, что очень резвая такая. Прям норовит перевернуться. Так, все, здесь нужно аккуратненько. Головой не стукнуться, голова у меня открыта. Проехали. Так, вот здесь опасно. Тоже проезжаем спокойно. Причем. Так, сколько мы... А, наехали уже. Ой-ой-ой, сейчас только что... Опасно было, что я чуть не перевернулся. О, бензин закончился. Так, ну сейчас мы доедем до бензина. Благодаря магнитику. Так, смотри, вот что-то она пробуксовывает и все. Надеюсь, там двигатель должен тянуть ее. Но она пробуксовывает почему-то. С чем это связано, может быть, потому что на колеса нужно эти самые одеть. Противоскользяшки. Возможно. Так, быстрее бензинчик есть. 3 километра надо проехать. Попробовать. Получится, нет? 3 километра, я понимаю, что это много. Но нам нужно новую карту открыть. Так, спасибо, монетки нам нужны. Ладно, мы там что-нибудь прокачаем еще тачки. Ну, разбилась. А чё ж не так-то? Смотрите, ребята, что мы открыли. Мы открыли «Бушующая зима». Давайте поиграем в «Бушующей зиме». Что у нас какое здесь? «Бушующая зима». Смотри, ух, нифига. Ветрище какое. Да. Поднимает ветер, короче, в разные стороны. Так, ё-моё, ты чё, машинка, алё. Давай, пока... У меня вообще должна быть быстрая. Я не понял, алё. Что с тобой? Что с тобой не так, а, машинка? Фига. А чё ж так сложно-то в самом начале-то они сделали? Батюшки свет. Я не знаю. Еще и билет потратил. Так, знаешь что? Мы сделаем. А, в пляже поедем. В пляже я ездил на этой машинке, да? А, нифига. В пляже я не ездил еще. Вон, поехали. Я думаю, мы далеко проедем. Проверим, быстрее я или медленнее. Разбились. Так, повтор, ничего страшного. Давай, поехали еще раз. Быстрее раллийные тачки ехать. Или нет? А главное, тут где не перевернуться. Угу. А деньги мы накопим. Еще 100 000, ну, это, я даже не переживаю за это. Тем более командные события мы играем. И там у нас 100 000, даже 120 000 где-то каждую недельку мы зарабатываем в гонках. Да, вот эта тачка, она быстрее, чем та моя синенькая. Ну, где-то что-то, где-то она тупит, конечно. Но по разгону быстрее. Так, видишь, мы его пропустили. Сейчас мы его догоним. Наверное. Еще немножко что-нибудь там прокачаем, колесики. О, ну мы почему-то переворачиваться стали сильно часто. Почему, это я не знаю. Это, наверное, специфика такого автомобиля. Так. Гоночка, поехали. Гоночка, гоночка, на такой машинке, странной. Так, обогнать надо этого, каф. Ой, каф, давай, я сейчас попробую обогнать. Хоть ты быстро, а? Слушай, что? Очень быстрый мне попался соперник. Да, джипи когда можно будет прокачать. О, нет, я все-таки впереди его проехал. Да, поехали дальше.
Идеальный старт, и мы отрываемся. Все, Саман. Последний. В конце он оказался. Игрок. Ну, а мы продолжаем. Первыми едем. Главное, чтобы это продолжалось и в концу гонки. Я чтоб не разбился. Есть. Первая позиция 23 тысячи.